Всем привет! Продолжая тему единоборств, где людей можно бросать, бить руками, ногами и прочее, мы переходим к самому новому для нас. Ногами мы еще ведь никого не били, правда? Так что сегодня у нас тхэквондо. Welcome! Как-то у нас в последнее время повелось, дорогие друзья, что разминка начинается раньше, чем мы начинаем с вами здороваться. Поэтому я уже такой запыханный, немного вспотевший. Если вы уже успели посмотреть пару кадров, то поняли, что здесь ноги очень даже рулят. И вполне себе. Но и о защите забывать не следует. Вот они, ручки. Здравствуйте. Вот. Меня зовут Александр. А вас? Виталий Петрович. Виталий Петрович. Ну скажите, пожалуйста, вот тхэквондо, чем оно принципиально отличается от других восточных единоборств? Особых принципиальных разниц я не вижу. Но есть различная немножко техника. Техника нанесения удара. Тактика, небольшая разница в тактике. Ну так, это тоже корейское восточное единоборство. А вот говорят, что в тхэквондо очень большой упор делается не столько на руки, сколько на ноги. Очень да, большой. Это действительно так. Но в тхэквондо различается, есть версии ВТФ, ИТФ. Ну, ВТФ действительно работают только ногами. У нас наш ТДТФ, международный федерат тхэквондо, мы работаем и руками, и ногами. Так, а вот насколько сложно это, ну, вообще, как-то объяснить, насколько сложно заниматься тхэквондо вот именно новичку в моем возрасте? Я думаю, ничего такого сложного нет. Не принципиально, в каком возрасте начинать заниматься? Начинают, приходят и старшие, есть люди, которые приходят к нам. То есть и правда есть люди прям... У нас есть несколько дисциплин разных. То есть приходят люди, могут заниматься, стать чемпионом мира по силовому разбиванию, то есть разбиванию досок. Да? Может, без техники, там есть специальная программа, когда нужно достать на определенной высоте планку, ударить так, чтобы она поднялась. Несколько ударов разных. Тоже. Можно заниматься пулями, это комплекс, по-японски это кота, да? Более понятно. Вот сейчас нам покажут то самое туле. Это комплекс базовых приемов тхэквондо. В карате в японском называется это ката. Но приемы немножечко другие, конечно же. Ну и база другая. Сами все увидите, смотрите. Вот он включил. Раз.
да, здесь. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы совершенно немножечко погрузились в глубины тэквондо. Так, ну буквально на пол пальчика заглянули в умение наносить удары руками и ногами по-корейски. Это был блог avantyrista.dvhub.ru. Осваивайте науку побеждать вместе с нами. Ну и, конечно, до встречи на следующей неделе. Thank you.